Здрасте. Здрасте. Представьтесь, пожалуйста. Георг Энери, команда Эвертон. Как вам сегодняшняя игра? Сегодняшняя игра была абсолютно другой по сравнению с прошлыми выходными. Скажу, что если на прошлые выходные где-то нам повезло и в конце мы вырвали победу, то сегодня, считаю, ничью незаслуженно. В том плане, что мы сегодня доминировали, игра, имели много моментов, но, к сожалению, упустили преимущество из-за глупых ошибок. Соперник нас наказал, ну, результат 3-3, просто 3-3. Больше мне нечего комментировать. Как оцените соперников? Ну, хорошая команда, с ними всегда интересно играть, но, опять же, сегодня считаю, что мы заслужили победы. Поэтому жаль, что упустили преимущество.